Привет, малыш! Меня зовут Домовенок Бу. Я рад, что мы с тобой познакомились. В нашем лесу открылось самое настоящее туристическое агентство. И теперь мы можем побывать в разных интересных местах. Давай вместе отправимся навстречу приключениям. Смотри, это волшебный компьютер. С помощью стрелочек выбери путешественников, а затем нажми правый ящик стола. Мы оформим паспорта для наших животных. Малыш, разгадай загадку. Ты гуляешь целый день, ей летать при солнце лень. А когда ты ночью спишь, вылетает это. Выбери правильную картинку внизу экрана. Молодец! А теперь ответь на вопросы анкеты. Выбери ближайшего родственника. Кошка, дикобраз, летучая мышь. Молодец! Выбери любимую еду. Муравьи, термиты. Мясо. Насекомые. Правильно! Выбери удобный способ передвижения. Прыгает, плавает, летает. Умница! Вернуться на... Эта славная зверушка, словно добрая игрушка, сразу веселее стала. Назови его. Молодец! Выбери ближайшего родственника. Скат, бык, кенгуру. Молодец! Выбери любимую еду. Листья растений – трава. Муравьи – термиты. Листья эвкалипта. Молодец! Выбери удобный способ передвижения. Плавает, не любит двигаться, сидит на месте. Молодец! Шарит ночью под кустами. Кто он? Догадайтесь сами. На игольницу похож серенький колючий ёж. Молодец! Выбери ближайшего родственника. Умница! Выбери любимую еду. Насекомые. Корешки – кора растений. Насекомые – корешки растений – грибы. Не угадал. Попробуй еще раз. Корешки – кора растений. Нет. Попробуй еще разок. Молодец! Выбери удобный способ передвижения. Летает. Ходит. Прыгает. Молодец! Готовые паспорта ты найдешь в левом ящике. Если захочешь на них посмотреть, нажми левый ящик. Начать путешествие нам поможет волшебный глобус. Нажми на него, и наши друзья отправятся в путь. Фотографии путешествий будут храниться в фотоальбоме. Коала. Летучая мышь. Ты гуляешь целый день. Ей летать при солнце лень. А когда ты ночью спишь, вылетает эта мышь. Малыш, наконец-то мы отправились в путь. Нажимай стрелочки, чтобы путешествовать дальше. Если тебе понравилась эта местность, и ты хочешь поселить здесь животное, нажми на него. А с помощью фотоаппарата ты можешь делать фотографии. Чтобы забрать животное, нажми ладошку. Как замечательно! Здесь темно. Самое время просыпаться. Пора найти себе жилье, а вот эта пещера мне как раз подойдет. Вижу, там уже устроились мои подружки. Я летучая мышь. Тут всегда весело, потому что здесь мои подруги.
какая вкуснятина. Это моя любимая еда. Я отсюда никуда не уйду. Здесь так тепло и хорошо. Не шуми, я очень устал. Ты же знаешь, что мы должны днем спать. Да, жаль, что друг Вамбат так меня заждался, что заснул даже. Я поем вкусных веточек эвкалипта и тоже лягу спать. Отличное место. Я тоже так думаю. Замечательная полянка и такая травка вкусная. Травка? Нет, главное, что здесь много насекомых. Они такие вкусные. И место для жилья подходящее. Я ежик, люблю гулять по ночам. Пора побеспокоиться об ужине. Я ищу еду. Я надеюсь, что ты узнал много нового о животных. Хочешь снова отправиться путешествовать? Разноцветный хвост раскрою и любуюсь сам собою. Так прекрасен я один, а зовут меня... Павлин. Правильно. Выбери ближайшего родственника. Олень. Кошка. Правильно. Выбери любимую еду. Рыба. Муравьи, термиты, насекомые. Молодец. Выбери удобный способ передвижения. Ходит. Плавает. Правильно. Словно ветер мчит вперед, очень редко устает, отдохнет и вновь на старт. За добычей мчит. Белка-летяга. Гепард. Умница! Выбери ближайшего родственника. Молодец! Выбери любимую еду. Мясо. Молодец! Выбери удобный способ передвижения. Ходит. Прыгает. Не угадал. Попробуй еще раз. Ходит. Молодец! Если встретит он врага, то подденет на рога. Мчится сразу на таран, бьет копытами. Горный баран. Молодец! Выбери ближайшего родственника. Горилла. Бык. Умница! Выбери любимую еду. Муравьи, термиты, листья растений, трава. Правильно! Выбери удобный способ передвижения. Ходит. Умница! Правильно мне говорил папа баран, а ему говорил дед баран. Если гора не идет к барану, то баран идет к горе. Где найдешь еще такой простор? Где найдешь еще такую вкусную траву? Мне здесь нравится, тут очень хорошо. Я все вижу. Я все про всех знаю. Обстановка самая подходящая. Моя маскировка в данных условиях идеальная. Меня невозможно заметить. Кругом отличный простор. Я смогу развить огромную скорость. Я готов к выполнению любых заданий на этой местности. Вдали мной замечены антилопы. Срочно бегу уточнить ситуацию. Да здравствует простор! Разрешите доложить, я гепард. Самый быстрый зверь на суше. Здесь, Павлуши, будет хорошо. Здесь я самый красивый. Здесь все самое вкусное. Павлуш самый красивый, а я зато самый умный.
Правильно, не может же быть второго такого красивого, как я. Я надеюсь, тебе было весело. Хочешь отправиться в новое путешествие? Помнишь, что нужно сделать? Если вдруг забыл, нажми на меня, я тебе расскажу. Смотри, это волшебный компьютер. С помощью стрелочек выбери путешественников, а затем нажми правый ящик стола. Мы оформим паспорта для наших животных. Готовые паспорта ты найдешь в левом ящике. Если захочешь на них посмотреть, нажми левый ящик. Начать путешествие нам поможет волшебный глобус. Нажми на него, и наши друзья отправятся в путь. Фотографии путешествий будут храниться в фотоальбоме. На кого зверек похож? Он колючий, но не еж. Все их путали не раз. Кто же это? Дикобраз. Молодец! Выбери ближайшего родственника. Еж. Нет, попробуй еще разок. Хомяк. Умница! Выбери любимую еду. Корешки. Кора растений. Молодец! Выбери удобный способ передвижения. Умница! Кто по веткам скачет ловко? Есть уменье и сноровка? Кто всегда готов к проделкам? Догадались? Это... Белка-летяга. Умница! Выбери ближайшего родственника. Хомяк. Правильно! Выбери любимую еду. Орехи, фрукты, листья. Молодец! Выбери удобный способ передвижения. Прыгает, летает, прыгает. Молодец! Прыгает. Так умеет цвет менять, ни за что не отыскать. Догадаешься, кто он? Этот зверь? Хамелеон. Умница! Выбери ближайшего родственника. Удав. Скат. Дикобраз. Удав. Молодец! Выбери любимую еду. Листья и насекомые. Правильно! Выбери удобный способ передвижения. Не любит двигаться, сидит на месте. Умница! Готовые паспорта. Малыш, наконец-то мы отправились в путь. Нажимай стрелочки, чтобы путешествовать дальше. Если тебе понравилась эта местность, и ты хочешь поселить... Чтобы забрать животное, нажми ладошку. Какая интересная нора. И чего в ней интересного? Там же нет никого, никто не живет. А мне именно это и интересно, потому что теперь там буду жить я. Отличное жилье для дикобраза и столько вкусных корешков. Ой, как тут хорошо, как тут красиво, и как много вкусных насекомых. Хамелеоша, ты дома, как замечательно, а то без тебя всякие мошки разлетались, спасу нет. А ведь я могу только нектар пить, ты же знаешь, никак от мух не избавиться. Да, Калибри, ты настоящая леди. Тебе незачем давиться мухами, грубой мужской пищей. Ты же такая хрупкая и красивая. Спасибо, Хамелеоша. А ты настоящий джентльмен. Благодарю, моя прекрасная Кали. О, белочка, летягочка.
Где же ты была так долго? Путешественница ты моя ненаглядная. А я вот за дуплом твоим следил, тебе шишек припас, да грибов насобирал. Или поделиться с тобой медом. Ну, Мишенька, ты же знаешь, я сладкого не ем, фигуру берегу. Лишние 10 грамм для спортивной белки, и получается не полет, а... А что? Бабах! Ой-ой-ой, да что ты? Нет ли тягочка? Тогда никакого меда, только шишки. Как я соскучилась по дому. Дупло, милое дупло. С возвращением! Надеюсь, что все животные остались довольны. Ты можешь вернуться и навестить их. Кто сидит, банан жует, в теплых тропиках живет, и не заяц, и не мышка, а веселая? Мартышка. Молодец! Выбери ближайшего родственника. Горилла. Кенгуру. Горилла, молодец! Выбери любимую еду. Фрукты, листья, яйца птиц. Молодец! Выбери удобный способ передвижения. Не любит, прыгает. Молодец! Шерстью длинную оброс, словно хобот длинный нос. Муравьёв ест на обед. Значит, это... Муравьед. Молодец! Выбери ближайшего родственника. Кошка. Ленивец. Ёж. Не угадал. Попробуй еще раз. Правильно! Выбери любимую еду. Умница! Выбери удобный способ передвижения. Ходит. Правильно! Белый-белый, словно снег, у него пушистый мех. Кто узнает, молодец. Как зовут его? Писец. Молодец! Выбери ближайшего родственника. Скат. Собака Динго. Молодец! Выбери любимую еду. Орехи, фрукты, листья. Мясо. Молодец! Выбери удобный способ передвижения. Ходит. Прыгает. Ходит. Молодец! Здорово! Мой любимый снег, все такое белое и пушистое. Да, белое и пушистое, прям как ты. Давно не виделись. О, медведь, чего нового? Снега стало в 2 раза больше. Замечательно! Вот где я буду жить. Отличная погодка. Пора искупаться. Как мне повезло! Я всегда в песцовой шубе. Куда это я попала? Деревьев нет почти. Что это за место? Это... самое лучшее место на земле – саванна. Надо же! Как-то я по-другому представляла себе лучшее место на земле. А что здесь можно делать? Самые интересные дела. Например, есть траву. Траву? Можно есть траву? Очень интересно. Вот спасибо большое. Я не такая голодная. Еще проголодаешься, когда хорошенько галопом проскачешь.
Чем я поскочу? Галопом? Галопом, галопом. Хочешь, поскачем вместе? Эй, нетушки. Скачи сама своим галопом. И почему я вообще скакать должна? Тут добро пожаловать в наши края. А что? Мне здесь нравится. Чувствую, здесь можно найти муравьев. Муравьев? Да тут их полным-полно. Спасу никакого нет. Балуются, залазят в нос, когда я сплю, щекочут, а я потом чихаю на все стадо. Непорядок. Будем исправлять. Муравьи – моя любимая еда. А я вот траву люблю. И галопом скакать. Смотри, не скачи по моим муравьям, и мы не будем друг другу мешать. Привет! Как тут тепло! Можно даже домик не строить. Тут любое дерево как дом. Мне здесь уже нравится. Вот если бы еще подкрепиться чем-нибудь вкусненьким. Гусеницы у нас вкусненькие, жуки хрустящие. Ой, гусеницы хрустящие и жуки вкусненькие. Это я и сама люблю, предлагать не буду. Вот разве что бананами могу угостить. Вот здорово! Бананы – это хорошо! Бананы я люблю! А гусеницы? Я ж сама на здоровье. Я надеюсь, что ты узнал много нового о животных. Хочешь снова отправиться путешествовать? Сколько ни растите вверх, все равно я выше всех. Этот зверь, конечно, прав, потому что он... Молодец! Выбери ближайшего родственника. Кошка, олень, еж, олень. Умница! Выбери любимую еду. Орехи, фрукты, листья. Листья и кора растений. Правильно! Выбери удобный способ передвижения. Плавает, летает, ходит. Правильно! По Австралии скачу. Кажется, вот-вот взлечу. В сумке прячу детвору, а зовусь я... Кенгуру. Молодец! Выбери ближайшего родственника. Коала, дикобраз, коала. Молодец! Выбери любимую еду. Мясо, листья растений, трава. Молодец! Выбери удобный способ передвижения. Не любит двигаться, сидит на месте. Летает, прыгает. Умница! Ей нужна всегда вода. Зубы сразу в три ряда. День плыла и не уснула, торопилась к нам. Акула. Молодец! Выбери ближайшего родственника. Летучая мышь. Скат. Молодец! Выбери любимую еду. Муравьи, рыба. Правильно! Выбери удобный способ передвижения. Прыгает. Не любит двигаться, сидит на месте. Плавает. Умница! Новые паспорта. А что? Мне здесь нравится. Что найдется вкусненького? Все вопросы ко мне. Вот вам и здрасте. Куда это я попала? Все вопросы ко мне. Я птица-секретарь. Ваш вопрос понятен. Отвечаю. Это временный водоем, который скоро пересохнет. Сама вижу. Ты лучше расскажи, откуда воду взять.
Ваш вопрос ясен. Отвечаю. Вода появится только в период дождей. Дождей? А что мне делать до этого? Ваш вопрос ясен. Отвечаю. Вам нужно в другой водоем. А что? Мне здесь нравится. Интересное место. Вижу тут вкусная трава. Жаль только, что мне придется каждый раз наклоняться, чтобы поесть. Конечно, с такой-то шеей. С такой высоты тебе, наверное, и копыт своих не видно. Ты пока назад голову поднимешь от травы, наверное, снова проголодаешься. А ты кто? Я собака Динго. А почему ты так кричишь? На тебе ж, наверное, ничего не слышно на той высоте. Ничего подобного, я все прекрасно слышу и вижу. Вот трава, например, явно суховата. Не волнуйся, пока ты за ней наклонишься, новая успеет вырасти. Какая невоспитанная собака. И спрятаться от нее негде, и еды подходящей нет. Плохое место. А что, мне здесь нравится. Как тут хорошо. Самое время подкрепиться. И во время обеда меня никто не заметит. Вот это место по мне. Есть где поскакать в свое удовольствие. И столько еды. Я смогу поддерживать отличную спортивную форму. Хочешь, и я буду твоим личным тренером. Да что ты? И как ты будешь меня тренировать? Буду бегать за тобой, а ты от меня. Отлично! Только подкреплюсь и побежали. Я собака Динго, и я люблю побегать по Австралии. Вот я и дома. Так я и знала. Медузы расшалились. Вода недостаточно соленая. Водоросли наросло, где попало. Все. Все без хозяйского плавника рушится. Конечно. А ты сразу все исправишь. Легким движением плавника. А вот увидишь. Мне не впервой. Моя прапрабабка еще с динозаврами в одном море плавала, и то справлялась. Так что медуз научить уму-разуму — ерундовое дело. Мы, черепахи, не моложе акул будем. Видела я эту прапрапрабабку. Такая же болтливая была, как и прапраправнученька. А еще, говорят, молчит, как рыба. С возвращением! Надеюсь, что все животные остались довольны. Ты можешь вернуться и навестить их. Здесь ты можешь посмотреть и подписать фотографии. Следующее фото. У тебя получились отличные фотографии. Выбери животное. Выбери выбери животное. Выйти из игры.